Рада всем заглянувшим. Здравствуйте. Меня зовут Галина, и вы на моем канале «Жизнь продолжается». С наступлением весны и приближением нового сезона вновь увеличились просмотры моих прошлогодних дачных видео и посыпались разнообразные вопросы от моих коллег-дачников. В частности, многим понравился не только мой дачный прудик, но и заинтересовали растения, которые растут вокруг него. «Хочу такой же пруд», – пишет Алекс. «Скажите, что у вас растет вокруг водоема?» Подобные вопросы задают многие зрители. Чтобы ответить, рассказать и показать, я отобрала из прошлогодних роликов и фотографий те кадры, где в объектив попали эти растения. Какой прекрасный куст над водопадом, и все лето в белых цветах. Как он называется и трудно ли за ним ухаживать, спрашивает Татьяна К. С этого прекрасного кустика и начнем. Это ива, называется хакуранишики или хакуранишики. Извините, если ударение неправильно ставлю. Цветы у нее невзрачные. А то, что зрительница приняла за цветы, это молодая листва на новых побегах. Она поначалу розовато-белая, затем светло-серая. Благодаря этому действительно кажется, что куст весь сезон усыпан неувядающими цветами. Для этого особого ухода не требуется. Я лишь периодически подрезаю концы гибких веточек. И на смену довольно-таки быстро вырастают молодые побеги с нежно-розово-белой листвой. И таким образом все лето куст как будто в цвету. Справа от этой ивы другая ива, штамбовая, пендула. Ее еще называют козьей ивой. Вот сохранилась от нее бирка. Ива прекрасна. Ранней весной на ней появляются вот такие пушистики, трогательные желтые цыплятки. Ива тоже неприхотлива, практически беспроблемная. Изредка я ее подстригаю. И да, после снежной зимы прошлого сезона ива от тяжести снежной шапки накренилась. Хорошо, что не сломалась, но весной обратно не выпрямилась. Муж обрезал длинный кусок от старой водопроводной трубы, вбил его, и деревце подтянули. Оно выпрямилось, но трубу решили больше не убирать. Оставили как подстраховку от новых снежных шапок. Правее от козьей ивы на берегу прудика в тенечке магония падуболистная. Это вечно зеленое растение, оно очень декоративно, цветет весной желтыми шариками. Затем появляются сизые шарики-плодики. Осенью красивая глянцевая листва разбавляется красными вкраплениями. Очень красиво. И когда цветет, и когда просто плодики сизые, и осенью. Правее магонии и ближе сюда туя. Сорта не знаю. Может, кто-то из вас, дорогие зрители, подскажет. Привезли ее мне друзья еще в 2011 году, как только мы купили дачу эту. И сразу предупредили, что привезли из своего сада. Намучились с ней, погибает. Возможно, у тебя выживет. Выжить она у меня выжила. Но то ли малорослая, то ли просто капризничает, не растет. И постоянно какая-нибудь из ветвей то ли отмерзает, то ли отсыхает, непонятно. В общем, вот такая она. Капризуля. Но пока живет. Слева от хакуранишики горная сосна, низкорослая и медленно растущая, называется могус. Она с самого начала была трехствольной. Так и растут потихоньку все три стволика. Между двумя стволами сосны на заднем плане краснеет эта вишня декоративная японская сакура, карликовый сорт. Ранней весной голые ветви покрываются бело-розовыми цветами. Все лето красивые карликовые деревца с зеленой листвой на живописно ломаных коричневых ветках. Осенью
Вот такая огненная. За сакурой чуть дальше. Не очень четко видно, к сожалению. Летом покажу поближе. Тоже ива. Очень интересной формы. Мацудана называется. Ее длинные гибкие ветки завиваются в причудливые завитки. Долгое время возле прудика росла береза. Вернее, прудик выкопали возле березы в ажурной тени ее ветвей. Смотрелось естественно, романтично, даже сказочно. Но год назад, хотя было очень жаль, все же пришлось березу убрать. Ну, от нее, во-первых, очень много мусора, ранней весной пыльца, все лето сухие ветки и листья, осенью листва. Сережки от нее разлетаются не только по нашему участку, но и по соседям. Прорастают сплошной порослью, все лето лишняя работа. Вот это вот главная причина была. Ну и еще береза очень много забирает себе влаги. И как ни поливай, как ни старайся, под ней и вблизи все растения чахнут, не растут. Вот и пришлось срубить красавицу. Тоже кто-то спрашивал о ней, вот отвечаю. Мы ее убрали. То есть про березу и про деревца и кустики, о которых спрашивали, рассказала. О растениях помельче расскажу и покажу их уже, наверное, в новом сезоне. На этом пока все. Все, кто слушали, спасибо огромное. Ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии. Мне очень интересно будет почитать. Обязательно всем отвечу. Если кто ко мне попал первый раз, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Впереди еще много интересного. Всего доброго. До новых встреч.